Всем привет, а у нас опять холодно. Раскопала я свои розочки. Ну, тут еще не до конца убралась. Одна роза у меня вот там вот пропала. Покажу. Кое-кто мне ее залил. Не буду говорить, кто. Вот она черненькая, она вся пропала. Не знаю, там и снизу ничего нету. Она прям вся такая вот шатается. Жалко, конечно. Ну, что ж поделаешь теперь. О, Господи, не упасть бы тут. Ну, вот эта вот розочка вот живая. Вот эта тоже живая. Много я не хочу раскапывать. У нас еще минус ночью будет, обещают. Вот так вот, пока я их не совсем раскопала. Вот так вот сделала. Ну, это для тех, кто любит розочки. Вот это тоже живая розочка у меня. Такая вот. Она у меня вообще красивая, розовая, такая красивая розочка. Название я не запоминаю. У меня и бумажечки были с названиями, и все. Как-то у меня это... Записывать надо, палочки ставить, неохота. Красивые, да и ладно. Хочу еще себе плетистую розу, мне ее пока посадить некуда. Вот так вот все живенькие такие, с почечками. Одну ту жалко, она белая, которая там впереди. Залил у нее один негодяй. Всю зиму на нее лил воду холодную. Ну ладно. Вот тоже красоточка. Тоже зелененькая такая стоит. Красоточка. Вот тоже уже даже веточку дала. Классно. Земля вот там еще вот у них стоит. Немножко еще прибираться надо. Конечно. Так, что у меня тут? Это мой можжевельник. Что-то он какой-то у меня. Не знаю. Надеюсь, отойдет. Все равно пересаживать. Тут тоже вот у меня такой лежит. Он прям стелющийся. Такой вот уже разросся. Вот такой красивый. Но ему по кайфу, ему нравится. И эта земля тут потом буду поливать. Когда она уйдет, будет красиво. Просто я засыпала его землей тоже, чтобы он не пропал. Вот тоже розочка, тоже там все зелененькое выжило, пережила эту зиму. Я теперь их так коротко не буду обрезать. Обрезать буду, как всегда, как раньше всегда обрезала, вот так вот повыше оставлять. И буду, наверное, укрывным материалом укрывать землей, и укрывным материалом листьями больше не буду. Привет, все открыла, все было в плесени. А это мои цветочки, сцилла, пролески. Красавец. Первые цветочки, которые из-под снега. Я их прям раскопала. А они, смотрю, уже вылазят такие красивые. Там вот лилии, по-моему. Да, лилии лезут уже. Где-то еще. Во, это их тут целая куча. Вот. Блин, и мороз обещают. Так, вот еще розочка. А, их я показывала уже. Вот еще там они у меня. Ну, там бардак еще не убралась до конца. Это вот молодила. Каменная роза. И вот вылезли тоже они. Я там посадила. Забыла, а потом розы вот эти посадила. Значит, это вот моя юбка. Ну, пока она вот так вот в таком состоянии. Я ее позже приведу в порядок. Пока трогать не хочу. Надо будет все это пообрезать. Здесь вот у меня геранька растет. Садовая. Там вон еще в колесе розочка. Там еще сзади не доубиралась тоже розочка. Вот. Здесь где-то еще потом будут вылазить лилии. Не найду. Закончились мои лилии. А вот еще куча всего вылазит. Тоже лилии. Так вот это почему-то вообще прям вылезло прям. Вообще. Что ж так ты вылезла-то? Замерзнешь. Морозы будут, закоченеешь. Солнышко пригрело, у нас было 22 градуса. И все начало так прям за неделю прям вылазить. А теперь минус будет. Не знаю, что будет с цветами. Но надеюсь, все будет хорошо. Ну вот, закончу свое видео на таких вот красивых цветочках. Всем пока-пока.